1 сентября 2021 года жители микрорайона Снежный смогут отправить своих детей в новую школу. На данный момент строительство находится на завершающем этапе. Отделку фасада решили сделать яркими и разноцветными панелями, которые сразу поднимают настроение жителям и будущим ученикам. Кроме этого, внутри здания почти на 90% обработали стены штукатуркой и на 80% шпаклевкой. Основной корпус детского сада уже готов под покраску. Сейчас полным ходом идет благоустройство местности, где в скором времени будут находиться спортивная площадка, тротуары, бордюры и малые архитектурные сооружения, которые дополнят общую картинку школьного двора. Ведется строительство школы с детским садиком. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Подрядной организации наращиваются темпы строительства. Для сдачи объекта в срок 1 сентября дети должны пойти в школу. Ведутся отделочные работы внутри помещения. На улице сделаны инженерные сети. Ведется подготовка к благоустройству. Представитель подрядчика сообщил «Вечернему Магадану», что самое сложное было в начале, когда приходилось вносить изменения в проект из-за различных неточностей. Но все эти небольшие трудности решались быстро и оперативно, чтобы можно было вовремя сдать объект. На данный момент практически все материалы на месте, строительство идет четко по графику, а все возникшие проблемы решают в рабочем порядке. Кроме технических вопросов, конечно, нельзя обойти стороной и возникновение идеи объединения школы и детского сада. Данный вид обучения однозначно поможет малышам прийти в первый класс подготовленными. Они будут проходить более тщательную подготовку к школе. Изучение различных тем однозначно поможет детям быстрее выучить необходимую программу для поступления в первый класс. Также одним из самых важных факторов является то, что у ребят не возникнет стресса из-за резкой смены обстановки, потому что они уже привыкнут ко всем кабинетам и людям, которых будут видеть каждый день.